Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть в игру Horror Brawl. У нас здесь вышел третий сезон, и у нас тут пришло сообщение новое. Обновление 1.2. Добро пожаловать в сезон 3 Horror Brawl. Новый сезон принесет с собой новые возможности и изменения. Новые дети в городе Майк и Лиз. Новые скины. Новый Horror Pass. Поправки к карте Школы Орлов. Исправление ошибок и оптимизация. Благодарим вас и надеемся, что вам и дальше будет нравиться Horror Brawl. Ну что ж, давайте посмотрим тут на наше обновление. Заходим в магазин. И тут прибывает подкрепление. Сезон 3. Смотрите, Майк и Лиз из трейлера как раз. Эти скины. Пока что не могу приобрести, но скоро уже смогу взять их. Так, ну и давайте посмотрим. Вау, вот Лиз и Майк. Давайте сейчас сыграем за Майка. Попробуем 20 какой-то раз уже зайти в игру. Сейчас идет в игре Horror Brawl техобслуживание. Но пока что доступ открыт в игру. Поэтому быстренько вам покажу, что тут есть в третьем сезоне. Так, ну ждем загрузку игры. Вот, мы возродились. Так, вперед искать оружие. Уже нашли. Хорошо. Известно, что добавили новые звуки выстрелов. Также анимацию новую добавили. Так, кстати, у меня уже 3 кристалла. О! О, Майк, привет. Все уже берут новых персонажей, играют за новых персонажей все. Так, превращаемся в мороженщика. И идем замораживать этих детей. Оп. Так, кто-то наверху, смотрите сейчас. Взял уже свои 4 кристалла. О, это Лиз. Замораживаем. Потому что у этого игрока было легендарное оружие. В любой момент может начаться техобслуживание. Кстати, все играют за новых персонажей. О, на забор залезла. И это у нас Ребекка. Смотрите, мы сейчас схитрим, вот. Перехитрили ее все-таки. Еще 2 игроков остались. И где же, интересно? Так, ну все, мы уже снова Майк. Надеюсь, никто не превратится в этого мороженщика или же в монашку. Портал будет в кинотеатре. Кто-то бегает. А, еще Майк один. Так, ну мы остаемся теперь один на один с кем-то.
Сейчас будет уже открываться этот портал, и можно будет уже идти туда. Так, ну ладно, пойдем, никого нету. И здесь никого. Заходим в портал. Все, победа. Первое место. Так, ну и все. Вот, мы выиграли игру за Майка. Сейчас мы взяли лис и будем сейчас играть за нее. Она прикольная тут. Ну что, подождем игроков. Надеюсь, еще за нее успеем поиграть, пока техобслуживание не началось снова. Так, ну окей, заходим. Все. Смотрите. Так, вот и сундук. Открываем. И тут у нас эпический дробовик. Неплохо, в принципе. Ой, кто по мне стреляет? Лис тоже. Как повезло. Что? Шкала здоровья заполняется и до половины. Неплохо. Смотрите, а игру начали обновлять по чуть-чуть. Неплохо все-таки. Вот это поворот. Ой, это кто? А, уже убежал, да, в цирк, наверное? Нету его здесь. Один раз пульнул рогаткой и ушел отсюда. Тут что? Яблоко. Ну, можно съесть одно яблочко. Тут никого нет, и сундука тоже нет. О, Майк, ты смотри. Ну-ка, как повезло. Сейчас здоровье будет дальше пополняться. И дальше, друзья, видео обрывается, потому что начинается техобслуживание. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.